Всем привет! Сегодня у нас 25 августа. Уборочная кампания 2020 началась. Ни шатка, ни валка, как-то непонятно все. Вот. Убираем пшеницу твердую. Ну как убираем? Если честно, мучаемся. Пытаемся и убрать, и свалить, и убрать. В общем, у нас получается числа 4 начались дожди августа. Ну и грубо говоря, вот в дожди мы поработали. Ну сколько? Ну, денек помолотили. Вот, потом, когда дожди окончились, пошла зеленка. Подгона-то нет, а пошла конкретно зеленка. Сейчас покажу. Пошла зеленочка. Так, что-то тут ее не видно так много. Вот она. Там вообще будь здорово, что. В общем, вот пшеница твердая. Жемчужина Сибири. Засеяна с удобрением по пару. Вот все, что мы имеем. Вон на зеленочке сколько. И имеем, итого мы имеем ориентировочно до 10 центнеров с гектара пшеницы твердой. У нас одни в этом сезоне одни крайности. То сушило, будь здоров как, то заливает. Заливало до такой степени, что вон он сорняк покрывает. Лебеда, конопля, какой только шняги нету. Вот сейчас валим. Попросил у друга комбайн, кажется, Ниву, что ли, или Енисей, Ниву, наверное, жаткой 6-метровой с вальной. Вот он валит. Коля он подбирает. Вчера начали валить, маленько подобрали, и все, встали. Травы с этой стороны чуть больше добавилось. И все, сейчас надо будет день-два стоять. Вот двойной волок получается от жатки шестерки. Вот такая канитель. Что тут вьюнок у нас? Вон. Вьюнка полно. Наверное, удобрения сработали для вьюнка, но никак не для пшеницы. Удобрения давали 60 килограммов физвеси. Вот такая масса растительная, замечательная. Сейчас начнем как молотить. Ну, побольше отрыв сделаем, да, сразу же. На дискатор К700 с дискатором, но ничего, такой печальный урожай, очень печальный. Аж настроения нету не снимать, не смотреть вот это вот блядство, грубо говоря. Вот по парам пшениц. Когда поняли, что будем убирать раздельно, то взялись чинить подборщик. Короче, 90 рубасов. Ремонт обошелся. Теперь вот убираем раздельно. Вон она, травка. Как-то так у нас в этом сезоне.
как бы сказать, очень аморфно, очень пасмурно. Ладно, еще кредитов нету. Коля, ты что там умотелился? Андрюха подъезжает. Андрюха на своем монстре. Ну скажу так, ладно, хоть такой комбайн есть, валить. В этом году что-то все взялись за свал. Ну что, реально, все уже душили зеленку. Подгон, зеленка, все что угодно. А самый еще один момент. У меня, ладно, в сорняках самая большая, там, ну и таких, как конопля, лебеда, да. А у кого-то вообще плотничком прикурил. Конкретно полынь. Смотришь, на некоторых полях проезжаешь, все в полыни. За эти сколько там дней, 20, грубо говоря, конкретно вымахало. Нива старая, как говно мамонт. Волок-то тощий. Ну, соответственно, после этих дождей не надо ждать там никакого ни стекла, ничего. Как говорится, в этом сезоне не до жиру, быть бы живым. Лен там вообще, если насыпет, в районе от 3 до 5, буду этому рад. Ячмень вроде стоит, ничего, а смотрю, зернинки мелкие. Там, наверное, натуры в нем вообще никакой не будет. С ребятами разговаривал, у некоторых натура 600. 590 на ячмене. Ну, на этом ролик сегодняшний оканчиваем. До новых встреч. Будь здоров. Скучно будет, оставляйте комментарии. Всем пока.